Аналогичным образом в изначальных ведах и прежде всего Катха Упанишад также приводится разграничение между душой, сверхдушой и материальным телом. То есть мы должны понять, душа, сверхдуша и материальное тело – это разные вещи. Был такой Мадхавачарья, и он когда родился, у него уже вот так два пальца было. То есть ребенок только родился, все думали, у него паралич пальцев. Да, и вот он все время, он сидит, у него все время два пальца. Растет, растет, пальцы толстеют, все так. Потом думают, что-то не так. Может там, В значит Виндета, там, ну знаете, что-то такое. А потом вдруг выяснилось, что этот символ означает Джива, не Кришна. Все, нет, вот ничего. Он пришел, эту философию проповедовал. Он говорит, мы разные. А может, многие говорили, да не, мы похожи. Вот сейчас мы просто, Бог, мы маленький. Бог, заблудившийся Бог. Мы сейчас по лесу тут ходим, потерялись, но мы найдем, у нас есть GPS. И мы выйдем и опять станем Богом. Вот умрем и сольемся, и мы часть Бога. Мы Бог. Он родился, говорит, придурки, жив, не Кришна. Его очень не любили за это. Его много раз хотели убить, знаете, да? Сидит лекцию, читает, а он был, что-то про Махачарю заговорили, он был очень крупный мальчик, такой, бодибилдинг средних веков. У него такая здоровая башка, такая, плечи такие, ну, был очень такой в теле. И однажды наняли каких-то киллеров, какие-то недоброжелатели. Ну, это нормально, то есть ты живешь, а кто-то тебе постоянно, ну, ты живешь в своем мире, тебе хорошо. А кто-то тебе говорит, ты не Бог. Он говорит, да как, всю жизнь потратил на то, что я Бог, я жду, когда я уже сольюсь. А ну, кто-то, ты в иллюзии. И это так печалило, что они решили просто грохнуть его, чтобы заткнулся, не портил пхаву всем. И наняли каких-то двух таких средневековых киллера, и они прямо во время лекции, чтобы видно, ну, для того, чтобы всем было неповадно было, они просто выскочили из каких-то кустов, набросили ему на шею какую-то удавку, и два быка начали тянуть в разные стороны, чтобы его задушить. Прямо на лекции. Все, ну, представляете ситуацию сейчас? Начали тянуть, и я так, язык, там, все такое. Все пищат, все ломанулись вниз, больше вообще ходят. Особенно те, которые первый раз. Были в этом, как он называется у вас? ЦВК, да, там, мордатого гроха. Все, согласитесь, результат был бы что? Ну, достиг. И он поступил очень удивительно. Он даже не прекратил лекцию. Два быка напрягаются, он такой, да, верховная личность Бога, Кришна, оно так трясется, а у него шея даже не синяя, ну, здоровый там. Такой, благословил, ну, по сторонам, да, это Мадхавачарья, ну, они не знали, что Бхима, это он же, Хануман, он же, ну, прикинь, совместное воплощение Бхимы, Ханумана, сейчас завяжешь, на узел задушишь, конечно. Продолжаем, ну, про Мадхавачарью вспомнили.